Неделя аномального зноя на западном побережье США и в Канаде привела к сотням внезапных смертей. Только в провинции Британская Колумбия число погибших от причин, связанных с устойчиво высокой температурой, приближается к 1500, сообщают СМИ Канады со ссылкой на полицию. Самым тяжелым днем стал вторник, когда температура в регионе достигла 49,5 градусов. Хочу отметить, что экстремальная жара, которую мы наблюдаем на Западе, не только усиливает риск лесных пожаров, но и сама по себе является угрозой. Люди страдают. Изменение климата приводит к опасной связке. Экстремальная жара плюс продолжительная засуха. Мы наблюдаем лесные пожары большей интенсивности, которые распространяются с большей скоростью и длятся дольше обычного. Тропический зной стал следствием сформировавшегося теплового купола, гребня высокого давления, который удерживает горячие воздушные массы над большей территорией Северной Америки. В прибрежных районах температура пошла на снижение, но в глубине материка по-прежнему экстремально жарко. Власти опасаются возникновения пожаров. Из-за высокой температуры деформируется дорожное покрытие и плавится проводка. В регионе открываются специальные центры охлаждения, где люди могут передохнуть.